Всем здравствуйте! Покинул этот мир советский и российский музыкант и композитор Дмитрий Данин. Как сообщает РИА Новости, ему было 69 лет. Дмитрия Яковлевича не стало в ночь с 13 на 14 октября после продолжительной болезни, рассказал продюсер Максим Федоров. По словам друга Данина, прощание с артистом состоится в крематории Митинского в пятницу 16 октября. Данин в 70-е и 80-е годы был клавишником советского ВИА-фестиваль. С этой группой, в частности, сотрудничал Максим Дунаевский. Артисты записывали музыку для фильмов «Д'Артаньян» и «Три мушкетера», «Ах, водевиль, водевиль», «Трест, который лопнул» и ряда других. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и комментируйте. Всем пока-пока!